Правильно, правильно. Утренний кофе был на вид гольф-корса. Пустота была, никого там не было. Мы с мужем, соседка, сосед, другой соседка с соседью, и только мы. Я думала, очень жаркая погода будет, но прямо прелесть, а не погода, как. Окей, очень странная дверь. Проснулись, хорошенько посидели, солнышка не было. Два кофе выпили, стакан чая, два стакана воды. Вот так и держимся на жидкостях, как говорится. Но уже пора пришло. Сколько времени? Где-то в 12 приближаемся. Это значит, можно и на сухости перейти. Дети хорошо спали, утром проснулись. И, Арамджан, извиняюсь, знаешь, что хочу с собой взять? Очки хочу. И воду налью. Проснулись и кормили гусей. Гусей, Арамджан? У этого такая память. Я не помню, вчера раз пришли, и все, я забыла. А он все помнит прямо. Он в одно место поедет, наверное, 2 часа едет. Разные улицы, разные повороты. На следующий раз, через год, он без какого-либо помощи может в то же место поехать. А я на следующий день не запомню. Окей, I'll open. Есть копаться. О, не работает. А, это... О, да, здесь банали наш хатум. А папа и банали, чьи аж хатум здесь банали? Sure, I mean, I haven't tried it. С
современная школа. Дети из школы пришли. Guys, компьютеры, чарджеры. А одна здесь в школу ходила. Окей, компьютер на зарядку. О, знаете, что хочу показать? Вчера темно было, не смогла. Я сама не увидела, какой вью. Но сегодня дочка в Инстаграм выложила, как они уток кормили. Мы посмотрим. It's not that bad, fun, guys. You have to open the side. Side? Yeah. By Sergey, Chichi Gunumengong. It's not working. Oh, what's the breakfast place? It's called breakfast place. У них там соседка лежит, сидит. Very nice. Они черепаху видели, говорят. Вот они глубоко. Наверху, хорошо, что не глубоко. А то бы я паниковала. Let's go, guys, good thing. Все, идем на завтрак. Здесь почти санам тедуанес. Сентанам конипес. Все взяли, всех взяли. Спросил, у вас есть эти самые, расческа есть? Никто не ответил, только принесли. Вот и все выпили. О, у них не холодное. Guys, Sara Jurchunay. Здравствуйте. Это на линче раш хатим. Можем хватим. Окей, go. А ну и вахты. А ты ждут, что пик мы кино нам дага там на что-то. I hate the boy dogs. Because they like attacking like the girl dogs. Мальчиков гусей не любят. Они атакуют девушек гусей. О, потом перышки откусывают у девушек. Какие ужасные мальчики. Гуси мальчики. Гусь. So much. Наверное, некрасивее змеи. Статуя змеи. Статуя имени змеи. Я не видела. Какой неприятный. There's basketball court here. Yeah, it's ball. Yeah. Давай, Яранака, пойдем в бассейн сегодня. После завтрака пусть пойдут покупаются. Так просторно. А мы вчера разговаривали, думали, о, завтра проснемся. И прямо люди повсюду ходят. Но очень много машин было. А сейчас единственную семью увидели. Не считая нас, еще одна семья здесь крутится, вертится. А где остальные люди? Куда пропали? Все? На статик? Yes. Okay. Я так и не научилась, как эта дверь закрывает. А там вон цей пакум. Он хорошо учился на курсах по закрытию и открытию дверей. Окей, Арам, у меня навигейтор уже настроен. Место называется Сибон. 6 минут показывает. О, как близко. Бельгийские вафли есть. Ну, breakfast place.
благополучно добрались. О, оттуда выходят. Только что поняла, что мне нравится в этой машине. Ну, про эту машину говоря, двери сразу не открываются, да, не распахиваются. И у меня всегда это волнение, а что если близко к какой-то машине остановимся, дети сразу двери откроют. Прямо такие страхи у меня, с этой машиной страха нету. Guys, let's go this way. Так хорошо за руки держится. Улицу переходят. Так эти гуси. Как же многолюдно. Окей, thank you. Сказала, резервейшена нету и не надо было. Но время попросили, чтобы столы вместе поставить на шестеро. Нас немного. Столько людей. Столько бабушек и дедушек. Прямо все бабушки и дедушки. Значит, переезжаем сюда на пенсию. Но. Здесь жить невозможно. Летом здесь... Не знаю, как люди здесь летом живут. Если смотрели наши предыдущие влоги из Palm Springs, я там уже жаловалась. Можете посмотреть мои жалобы. Ну, погода прямо такая. Погоды нету. Вот так вот. Джонна. Я что-то не знаю говорить. Увидел какого-то человека, guy, парня, который кушал картофель фри. You can be another guy to order картошка у нас. Говорит, еще там какие-то вина есть. Говорит, тебе вина неинтересны. Окей, что заказываем? А, все есть. Все детское у них есть в меню. Chicken salad. С fresh papaya stuffed chicken salad. Папайя с салат с папайей, курочкой. Мягкие антрей. Crepes with chicken and mushroom. No? Будет нелегко. Good morning. Thank you. And this is a grapefruit. Tomato, sorry, orange. Perfect, thank you. Christian, can we make something? I don't see on the menu. It's lab night, freshly squeezed. Свежевыжатый апельсин. Попросили pancake, сказали панкейков нету. Breakfast уже ушел. We can do waffle? Okay, I can have. You want a waffle? Yeah. How big is it? Disappeared. Which one? You want orange? Говорит, я напиток заказал, но он испарился куда-то. Интересно, зон. И так расстроился сразу. Грейпфрут? И он почему-то взял то, что заказала Люси. Для порции. Сомневаюсь, что ему понравится. Да! Плохой. Чай пайнапл. You like pineapple? Он ананас любит. I like it. Все. Все, сейчас будет борьба за сок ананаса. Is it good?
Оранжи 4 тиш. Они не любят кандалы. Клюквенный пробуют, но думаю, не понравится. О, понравилось. Even better! Ну почему так кричит? Он в своей роли блогера Бекка. Ладно, там кусочки палп, не знаю как. Ну, апельсиновые такие. Крупинки. Им не нравится. Они любят гладкий, плохой сок. Заказали вафли детям. Арка вафли заказал. А этот мальчик что ж заказал? Вафли? О, фрайс, картофель фри. Люсин мак энд чиз заказала, но без лобстера. И вафли заказала. Дочка салат с папайей и с курочкой. И тому подобное. Почему я соки не покупаю? Почему соки не подаю во время ужина или чего-то? Они выпьют, желудок наполнен соками, больше ничего не хотят кушать. Вот поэтому. Теперь знаем, Эгинеджан, успокоились. А Кахелька сок хаме стресс. Поэтому такие сладкие становятся. Пьют, пьют сладкий сок и впитывают в себя сладость. Свою персоналити. Очень хороший сок, натуральный. Будем натуральными. Окей. Thank you so much. Brussels sprout salad with bacon something. You want to try? Ароматы для тебя взяла на закуску. Thank you so much. У них вместо хлеба вафли обычно, как я поняла. Но там лук положили, вряд ли наш уважаемый зауважает. Кримчиз, лук. Вот здесь еще яйца есть, не хотите? И что-то в этом роде. Smoked salmon plate называется. Что за звук, Арам? Слышишь? А это эскарго. Я заказала. О, с чоризо. Посмотрим. Вкусно. Окей. По возможности удалили яйцо. Эскарго, это mussels. О, это эскарго. You wanna try some? На вафлях. Эскарго на вафлях. Mussels, мидии, ха. Ну и Даша уже увидели. Гинглет салат из мягкой джурнаи. Просто тут оно, видите резко версию. Это Галиса. Думает, это его вафли так принесли. Испугался, говорит. Само вам. Дети не будут пробовать. Быстро попробую этого эскарго. Такой масляный. Посмотрим, посмотрим. Большой кусок, большому куску и рот радуется. Что-то в этом роде писали. Я читала и верю.
Вкусно очень. Очень даже вкусно. С чесноком. Вафля уже совсем мягкая, но корочки хрустящие. Эскарго прелесть. Очень вкусно. Чесночное что-то. Вкусно. Дочке не понравилось. Говорит, я сифуд терпеть не могу. А я думала, ей понравится. Интересно, люди есть, не любят и не полюбят. Есть люди, не пробовали, попробовали и понравилось. Она попробовала уже и лобстер попробовала, не понравилось. That's it, yeah. But at least, yeah, he doesn't eat chives. Thank you so much. Видишь, спасла его. Ну, не любит человек лук и вкус лука. Что поделать? Уже поздно. Спрашиваю, интересно, кто кушает столько масла, столько жира? Вроде бы масло в каком-то соусе, но как это жирно? Даже лимон рядом нету, чтобы помочь жир отбить. Вообще-то вкусный, но не понимаю смысл этого жирного соуса. И с чем это кушают? С хлебом, наверное. Дочка говорит, выпивают. Эти-то наши принесли закуски. Ну, дети ничего не ели из этих закусок. Я даже не додумалась сказать, все вместе принесите. Anyway, с мужем съели. В общем, все съели. Муж говорит, ну что, пойдем уже. О, that's from sandwich. Он не знал, что на сандвиче есть. Унесли. Как принесли, так и унесли. Я не додумалась, сказали, чтобы ничего не было, особенно лука. Особенно лука не было, но остальное было. Капуста с майонезом. Да, 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 Yes. Что за вопрос? Зачем они вафли заказали, чтобы сироп кушать? Ну сама вам, and she said, thank you so much. Яйцо положили в салат. Все. Дочка. С папой не любят яйцо, запах яйца, лук, вид яйца, жалуется. French fries или что? А вообще fries. Вообще еда не хорошая, честно говоря. Или нам трудно угодить. И мухи здесь летают постоянно. Арка, you like your waffle? Конечно. Ой, счастлив. Камова вафли. Ты салат отламываешь? I like the papaya. Папайя красиво выглядит. И вот это панчеси лети. Мами. Невкусно. Не понравилось. Мами, this is like mustard. С курочкой. Плюс камова. Мак энд чиз. That's actually on butter. Не понравилось. It's not butter, this is a salad. Сейчас герой сегодняшнего дня. Дегустатор. Вкусная? Окей. Он будет молчать. Если дети не съели. Картофель фри, муж говорит, хуже не бывает.
если наши дети не съели, это значит, действительно, хуже не бывает. Но наши любят. Рыбу заказала жареную. О, там больше теста, чем рыбы. Очень много масла. Совсем вкуса нету. Уф. А, кстати, хороший ресторан. 4.7 баллов из 5. Еда ужасная. И я не жалуюсь, я просто честно делюсь. От всего сердца делюсь. Аккуратно поедайте свои вафли. Люс, смотрите, как аккуратно. Видите? Good job. Апрес тренируется. Апрес. Разные упражнения делает мальчик. Да, им говорю, нужно еще тренироваться, спортом заниматься. Про еду говорили, что кушать, что не кушать, чтобы быть здоровым. Говорю, кушать не мало, не только еда, но еще и нужно тренироваться. Встал и начал тренироваться сразу. Покажи, Алька, маленький кусок. Я чертик. Маки беряны. Куча. Бэк. Мальчик обиделся. Сердится. Он школу пропустил. Говорит, а как же моя школа? 30 минут перед компьютером сидит ребенок. В школу сегодня не пошел и расстроился. Он вспомнил про школу, а мы забыли. Да. Ничего. Ты прям расстроился, чуть не заплакал. Алька, Митя, Натя. Он уже сердит. Говорит, не сердил. Алька, leave him, давай. No, don't tell him. Муж говорит, ничего, завтра два раза пойдешь в школу. Успокоился. Арка! Вы видели такого ребенка? Да. Кто плачет, что в школу не пошел? Арка! Да, такие дела. Ребенок расстраивается, пропуская школу. Как будто это его единственный школьный как экспириенс. Он пропустил. Я не думала, что так расстроится. Окей, со следующего года, если все пойдет по нашим мечтам и желаниям, он пойдет в настоящую школу. Уже не можем ребенка в школу послать. Нормальную, настоящую, безмасочную, без идиотства. Все, не думаю, не сержусь. Вим Гоф нам в помощь. Алюш! Все, сэнтер, давай. Все, удаляемся. Look at the triumph. All right. Look at the triumph, Asuma. И вышли.
Oh, oh, no. Oh, she's done it. Even on us, it's what we just asked him, Miss Tribing. Tribe? How can I translate it? Как группа. Человек говорит, о, посмотрите на этот трайб. Ну, группа, но трайб как это? Есть слово. Сейчас спрошу у Гугля. Почки, давай. Окей. Сейчас выясним, как нас обозвали. Точка тоже так говорит иногда. Ready? Yes. Tribe in Russian. In Russian, tribe is Izda. No, not tribe, tribe. Tribe in Russian. Tribe in Russian. In Russian, tribe is Ema. Значит, нас действительно обозвали. Еще Арнака с нами не было. А то большое племя обозвали бы. Ну, в хорошем смысле сказали, естественно. Да и одета я в такие цвета яркие, индийские. Индийские, нет, над индусские. Anyway, это не важно. Сейчас решаем, куда ехать, что делать, как нам быть. Guys, you happy? What does the sign mean?